Приветствую всех на своем канале, с вами Людмила. Сегодня очередной обзор новинок светофора. Светофор находится в городе Зернограде. Точный адрес в описании под видео. Сразу же обратила внимание на вот эти машинки. И не только я. Многие из посетителей светофора сказали, что это очень хороший подарок для мальчишек. 519 рублей. Производство Узбекистан. Как видите, разные цвета. Красный, черный, серый, синий. Выбирай любой. Вот такая вот новиночка первая в светофоре. Смотрим дальше. Набор кувшин с крышкой и 6 стаканов. Нет, извиняюсь, 4 стакана. Без декора. Вот такая вот крышечка синяя. И вот такие вот стаканчики в наборе. И все это за 290 рублей. Симпатичная, правда? Это у нас кружка за 35 рублей. 420 миллилитров. Немного другие были. Раньше в светофоре, теперь вот опять появились. И еще привлекло внимание вот такой вот набор за 298 рублей из 5 предметов. Значит, такие вот красивые стаканы. Тоже 4 штуки. И вот такая вот емкость для коньяка. Не знаю, можно еще что-то, если вы сами готовите что-то дома. Можно разлить домашнее вино. Красиво будет смотреться. Опять появились такие вот большие салатницы. 199 рублей 90 копеек. Здесь висит ценник. Набор посуды. Но я ее не нашла. 1290 рублей. Это у нас салатники. Смотрим новиночки дальше. Подписываемся на мой канал. Оставляем отзывы. Тарелочки я вам уже показывала. Тоже есть в наличии. Вот разные тарелочки. Минажница. Вот такие вот салатники. Дымка. Тоже есть в продаже. 140 рублей. И вот эти красивые тарелочки, которые я вам показывала в предыдущем обзоре. Бульонницы 83 рубля. Чайники до сих пор не разобрали, стоят. Так что можете ехать, брать. Если вам такой чайник нравится. В наличии еще есть. Завезли яблоки. Вот такие вот. Красивые яблочки, очень пахучие. И стоимость их за килограмм 49 рублей 90 копеек. А теперь посмотрим, что же из новинок завезли в печенье и конфеты. Вот этот ряд. Что интересного я увидела. За 173 рубля печенье сдобное, золотистое. Оно уже было в наличии. Завезли еще. Вот такое вот печенье за 196 рублей. За 147 рублей печенье. Домашние грибочки. Смотрите, сколько их в упаковочке.
свеженькие, вкусненькие. Дальше за 94 рубля десерт карамельные сластена. Это новиночки завезли, свеженькая, светофор. За 157 рублей вот такое печенье, не видела раньше. Мюсли-ченье называется. Без муки. Смотрим дальше. Баранки сдобные 93 рубля в упаковочке. За 291 рубль вот такие вот венецианские язычки. Уже даже написали, просьба не вскрывать упаковку. Ну, люди любопытные, все-таки вскрыли. Хотя на рисунке видно, что же там внутри. И теперь посмотрим конфеты. 154 рубля конфеты, 35 батончики в такой упаковке. Дальше у нас идет чудо чудное. 155 рублей полкилограмма. Смотрим дальше. 132 рубля конфеты Тру-ля-ля. Лаймово-вишневая. Здесь у нас килограмм. Вот такая большая пачка. Напишите, пожалуйста, отзыв, кто брал уже. Будет интересно узнать. Десерт «Трепет» 139 рублей 90 копеек. Здесь у нас полкилограмма. Вот так вот он выглядит в упаковочке. В общем, искала-искала вот такой вот десерт. Невский кондитер, производитель. 131 рубль конфеты. В общем, я немножко здесь запуталась, не совпадала, где лежали конфеты и где цена. Так что разбирайтесь. 111 рублей конфеты жевательные. Тоже полкилограмма. Вот такой вот упаковочки. Конфеты «Восточная роскошь». Здесь у нас килограмм 252 рубля. Очень даже симпатично выглядит. Так, смотрим дальше. 244 рубля конфеты. Я уже вам их показывала, в наличии есть. Вот такой вот небольшой обзор светофора и новинок. Желаю всем хороших покупок. С вами была Людмила. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новинок светофора. Еще раз до новых видео на моем канале. И хороших выходных. Всем пока!